самый обычный летний день папа пришел с работы. Привет, пап. А что это ты принес такое интересное? А, это лотерейный билет. Мне его дали в магазине вместо сдачи. Ух ты, здорово. Давай посмотрим, что мы выиграли. Лиза, шанс что-то выиграть в лотерею очень низкий. Примерно 1 к 7 миллионам, что в 10 раз ниже, чем вероятность удара молнии в любого из нас. Много ты знаешь, Генка. Нужно верить в свою удачу. Папочка, а можно я сотру защитное покрытие и посмотрю, что там за приз? Конечно, вот, держи. А можно я тоже что-то сотру? Да, малыш, у билета 2 стороны, но чую, я первое стираю. Сотри покрытие и узнай, что под ним скрывается. Сейчас посмотрим, что тут у нас. Вы выиграли. Что? Что мы выиграли? А это должно быть написано на другой стороне. Стирай быстрее, малыш. Давай узнаем, что мы выиграли. Семейное путешествие на курорт «Солнечный берег». Что? Ура! Мы выиграли путешествие на «Солнечный берег». Это же самый лучший курорт в мире. Ура! С ума сойти! К такому случаю сразу взяли отпуск, а мы и так все лето свободны. И первым делом мы соберем в поездку все свои вещи. Выбери того, кому хочешь помочь. Выбери того, кому хочешь помочь. Все собирают вещи, а нам что делать, Лиза? Ничего не делать. Все наши вещи за нас соберет мама. Ну скучно же просто ждать. А давай побегаем на перегонки? Давай. Я первая! Так нечестно! На моей дорожке было больше препятствий! А вот и неправда! Но если хочешь, давай поменяемся дорожками и побежим в обратную сторону. Давай! И все равно, в этом забеге победила дружба. Почему? А потому что мы с тобой друзья. И первым делом мы соберем в поездку все свои вещи. Выбери того, кому хочешь помочь. Отлично, мы собрали почти все, что нужно. Осталось сложить всего 5 вещей. Найди, пожалуйста, блокнот, электробритву, купальник, пляжную шляпку, очки, укладываем в чемодан. Это то, что нужно. Укладываем в чемодан. Это нам не нужно. Это то, что нужно.
Отлично! Мы готовы отправляться в путь. И того, кому хочешь помочь. Такой спешки все наши вещи перемешались. Помоги нам их разложить по сумкам. Это косметичка дружка. Эй! Шучу, шучу. Косметичка моя. Косметичка моя. Очки положи в мой чемоданчик. Шахматы положи в Генкин чемодан. Книжка нужна Генке. Мяч положи в рюкзак дружка. Ласты нужны дружку. Это Генкины тапочки. Совсем не то. Это мой пляжный зонтик. Это пляжные шорты дружка. Ну вот, теперь мы готовы к путешествию. Все готовы. Отправляемся в аэропорт. Ой, там же сейчас работает Тимоха. Послушай, малыш, пока все заняты, давай лучше посмотрим, как работает сканер, который просвечивает вещи. Давай. Ух ты, пух ты! Так вот, где все самое интересное. А давай посмотрим, как это работает. Давай. Первой буду я. Поставь синий чемодан на конвейерную ленту. А теперь будем угадывать вещи, лежащие в чемодане. Ух ты, пух ты! Перетяни вещь с панели на скрин. Вот здорово! Да, это оно! Теперь, малыш, твоя очередь. Сейчас посмотрим. Поставь фиолетовый чемодан на конвейерную ленту. А теперь будем угадывать вещи, лежащие в чемодане. Ух ты, пух ты! Перетяни вещь с панели на сканер. Нажимай на стрелки, чтобы увидеть другие вещи. Ух ты, пух ты! Получилось! Теперь опять моя очередь. Поставь оранжевый чемодан на конвейерную ленту. А теперь будем угадывать вещи, лежащие в чемодане. Ух ты, пух ты! Перетяни вещь с панели на сканер. Перетяни вещь с... Да, это оно! Нажимай на стрелки, чтобы увидеть другие вещи. Да, это оно! Послушай, Лиза, а мы не опоздаем на самолет? Опоздаем? Ты шутишь! Роза Тимоху целый месяц не видела, они до сих пор болтают. Мы точно не опоздаем. Может, все же вернемся, Лиз? Ну хорошо, пошли. Ну, что я тебе говорила, малыш? Пожалуйста, предъявите ваши билеты и паспорта. Ой, зачем тебе наши паспорта? Как будто ты нас не знаешь, Тимоха. Роза, это моя работа. Я должен проверять всех. Ну ладно. Поработаем. Лишь бы все сделать правильно. Сканируем билет. Этот билет Генки. Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Фу, справились. Продолжим этот билет мамы. Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Фу, справились. Продолжим работать. Следующий билет. Этот билет малыша. Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Фу, справились. Продолжим работать. Следующий билет. Этот билет Лизы. Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Фу, справились. Продолжим работать. Следующий билет. Этот билет Розы.
Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Фу, справились! Продолжим работать. Следующий билет. Этот билет дружка. Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Фу, справились! Продолжим работать. Следующий билет. Этот билет папы. Теперь вложим билет в соответствующий паспорт. Пока, Тимуха. Я буду очень скучать. Передавайте привет моему двоюродному брату. Он работает в вашем отеле на курорте. Обязательно передам. А он такой же симпатичный, как и ты. Контроль пройден, и мы садимся на борт большого самолета. Наш путь лежит на солнечный берег. Это самый лучший курорт на свете. Может быть, мы там встретим нашего деда. Время прошло быстро. Мы не заметили, как прилетели на солнечный берег. Малыш, а давай всех разыграем. Будем снимать наши чемоданы с другой стороны. Ну, не знаю. Разве это хорошо? Не будь занудой, будет весело. Ну, хорошо. А теперь заберем все наши вещи с ленты транспортера. Лиска, перестань баловаться. Верни наши вещи на транспортер. Зачем нам это? Нет, это не наша вещь. Верни наши вещи на транспортер. Нет, это не наша вещь. Лиска, перестань баловаться. Верни наши вещи на транспортер. Ну все, Лиска, малыш, заканчивайте игры. Нас ждет солнечный берег.